Прокурор Белоногов. Я вообще сюда не конфеты пришел есть. Прокурор Ильин. Так, ты что тут делаешь? Ты что снимаешь? Давай, пошел вон отсюда! И тетя Поля. Где же швабр-то? Придут. Я им такое приготовил. Просто бомба. Проверят. А я не знал, что прокурор такие добрые бывают. Так, минуточку. И прищучат.